Привет, друзья! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста», группа 36,7. Привет! Привет! Как ваши дела, не замерзли? Все хорошо. 36,7, это, мне кажется, примерно на 30 градусов больше, чем сейчас у нас здесь температура. Ну, что вы сыграете нам? Мы сыграем песню под названием «Раздетый». Слушаем. Кому, зачем, скрытая раскрыли, падая на спины, все без проблем, без осветительных приборов не остыли, что нужно мне только это. Веди тебя целый день, что нужно мне только это. Веди тебя целый день, веди тебя целый день. Раздетый, 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 раздетый. Иди за мной, потеряй контроль, внутренний покой вводи пароль. Ты будешь первой, будущей, бывшей женой. Ты в голове на 100 ракете, преображенный стали воздух, красоту войны нет без победы. Прими мою капитуляцию. Спасибо вам. Сразу хочется сказать, что группа наложила вето на вопрос об их названии, поэтому так и останется тайной, почему 36,7. Ну, а расскажи тогда, пожалуйста, про свой интересный музыкальный инструмент. Да, вот это мой музыкальный инструмент. Это сделано из скворечника. Мне подарили его на день рождения. Сколотил его брат. Раньше сюда прилетали птицы на зимовку. Они здесь питались и жили. Это было постоянное место жительства. А теперь этот скворечник приносит всем музыку. Класс. Вот такая история. Прямоугольная форма, она как-то сказывается на звуке извлекаемом? Звуки, да, звук плохой, гитара не строит, но... Но концептуальный. Да, перформанс, который несет эта гитара. Понятно, да, мы все оценили. Спасибо большое за выступление в тяжелых погодных условиях. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо террасе отеля «Три моста». И увидимся снова скоро. Пока-пока. Back in ETV.